Силы, проводящие в Армении акции протеста, способствуют реализации планов Азербайджана. Об этом, как передает канал 13, говорится в заявлении партии «Армянский национальный конгресс», возглавляемой первым президентом Армении Левоном Терпетросяном. Комментируя акции протеста, которые состоялись в минувшие дни в Ереване из-за ситуации на азербайджано-армянской границе, ВНК отметили, что эти стихийные митинги на самом деле координируются разными политическими силами, вступившими в предвыборную борьбу. Поскольку акции протеста откровенно еще больше ослабляют позиции исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, получается, что силы, проводящие акции протеста, способствуют реализации планов Азербайджана. А это, в свою очередь, означает, что организаторы митингов руководствуются не государственными интересами, а исключительно мотивами предвыборной кампании. Поэтому на данный момент целью всех оппозиционных сил должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а поражение власти Пашиняна на предстоящих выборах и ничего больше. Давай, давай. 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 Давай, давай.